В общем, все-таки решила я в этом году сделать свежую партию яблочного уксуса. Вот у меня свои яблочки, они летние и такие немножко суховатые, поэтому я их засыпала уже сахаром. Вот на эту баночку, я не знаю, это 1,5 или 2 литра баночка. Ну, короче, вот баночка 1,5 или 2 литра. Я сыплю полстакана сахара и вот немножко решила, чтобы они это сок отдали, постояли вот так вот с сахарком. Вот. И теперь мы заливаем сюда воду, фильтрованную или какую, ну чистую воду, потому что это все уже не кипятится, это будет кваситься, скисать. Яблочный уксус натуральный. И вот так вот полную наливаем. Да, если кто-то будет на 3-литровую банку делать, то яблок сыпем вот так по плечике и 150 грамм сахара. Вот. Все, вот так вот залили. Стоит это в теплом месте. Ну, вот у нас на улице сейчас там за 30. У меня на улице будет в теньке стоять, не на солнце, конечно. Вот, можно в комнатной температуре. Накрываем чистой марлечкой. Вот. Ну, потом увидите, будет процесс такой брожения идти. Будет это немножко вытекать. И где-то через неделю оно все успокоится, осветлится. И вот мы тогда сливаем вот этот вот яблочный уксус. Он вообще помогает от очень многих проблем. И когда желудок болит, помогает. И давление. Ну, в общем, почитайте. И можно и в косметологии там волосы споласкивать, им лицо протирать. В салат добавить вместо обычного уксуса. В консервацию. То есть куда угодно, но это будет натуральный ваш продукт. Вот у меня с прошлого года, сейчас я покажу бутылочку. Вот такая вот бутылочка. Это вот с прошлого года яблочный уксус у меня еще есть. Но я решила еще и свеженького сделать. Так что всем рекомендую, всем советую. Делайте. А там у меня персик вот в блендере перебила. Сейчас буду с яблоком типа варенье делать, такого повидла. Ну все. Всем здоровья.